большие города. Давайте делать паузы в словах, произнося и умолкая снова, чтобы лучше отдавалось в головах значение вышесказанного слова. Давайте делать паузы в словах. Давайте делать паузы в пути, смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы случайно дважды не пройти одной и той неверною дорогой. Давайте делать паузы в пути. Давайте делать просто тишину. Мы слишком любим собственные речи, и из-за них не слышно никому своих друзей на самой близкой встрече. Давайте делать просто тишину, и мы увидим в этой тишине, как далеко мы были друг от друга, как думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу, а думали, что мчимся на коне. Как верили, что главное придет, себя считали
кем-то из немногих и ждали, что вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги, судьбы твоей счастливый поворот. Или я?